В 2011 году лорд Бэксман открыл магазин, чтобы вооружить свою армию роботов. Но герои торгового комплекса Лейквуд Плаза готовы дать отпор. Наш герой — это мальчишка с нокаутирующим именем К.О. Наверное, все потому, что его мамаша — мастер по боевым искусствам. Конкуренты прислали в торговый комплекс сомнительный геройский напиток, выпив который работники и близкие мальчика превратились в ожесточенных монстров. Дабы спасти супермаркет, его владелец и по совместительству мужчина не первой молодости по имени Мистер Гар подрывает свой маркет. Тебе предстоит найти разбросанных по городу друзей и сделать их добрей путем обнимашек, поцелуйчиков и прочих мини-игр. В остальном, OKKO — это самая настоящая зубодробительная файтинг-аркада, где тебе будет необходимо месить кулаками робототехнику и прочих неприятелей. Что касается управления, свайпами в левой стороне экрана, как это принято, мы передвигаемся. Тапом по правой метелим кулаками. Свайп вниз для сокрушительного удара, свайп вверх для броска через себя и горизонтальный для скольжения. Но всему этому тебе и так обучит любящая маманя. Кто же еще? Со временем пацан сможет еще активировать суперсилу, благодаря чему, правильно, будет становиться суперсильным. В игре просто потрясающе крутая анимация и персонажи, запоминающаяся музыка, юмористический сюжет, поданный через интерактивные игры с картинками и много-много-много безумия. Лично для меня OKKO стала лучшей аркадой за последние годы на Android. А все потому, что она безумно напоминает мне стильную историю про Скотта Пилигрима и сделана с настоящей любовью к жанру. Так что настоятельно рекомендую всем. Это был обзор от mob.org и я Трэш. Не забывай поставить лайк, посмотреть пропущенное и поделиться. Кстати, в плеймаркете нашего региона игра пока недоступна. Но ты и сам знаешь, где все можно скачать. До скорого!